Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших солдат. В этот год, год юбилея Победы, они многим помогли узнать места захоронения своих близких. В таких экспедициях молодежь действительно получает навыки истинного патриотизма. Не показного, а истинного. Я давал правительству поручение активизировать поисковую работу, привести в порядок воинские памятники, мемориалы. У нас еще не все с этим благополучно. Но я считаю, что все власти должны заниматься этим постоянно, а не только в юбилейный год, такой, как идет сейчас.